Слух, смотри, что у меня есть. Пустая чашка? Не, у меня есть тяжка с невидимыми орехами. Я что-то смешное сказал? Ты, Игорёк, невидимых орехов не бывает. Я тоже так ланец думал, но когда я был в гостях у бабушки, я убедился в обратном. А ну-ка расскажи, как это ты убедился в обратном? Колодь, сегодня был крайний день, когда я был в гостях у бабушки. И перед тем, как пойти на остановку, она меня так плотненько накормила. Вот, и колодь, я иду, значит, на остановку и вижу невидимые орехи. Я попробовал. Капец, они вкусные! Я вот лишил наплать голосочку и взял с собой. Теперь они в тяжке. Капец. Игорёк, ты чё с пустой чашкой по дому-то носишься? Она не пустая, мам, в ней невидимые орехи. Чего? Это мне Игорёк так сказал. Игорёк, ты чё? Да чё вы, блин, мне не верите-то? Потому что мы их не видим. Ну поэтому, мам, они и называются невидимые. Мам, может, у него кукуха поехала? Фиг знает. Это у вас кукуха поехала, а у меня с головой все нормально. Алло, Людмила Андреевна, здравствуйте. Привет, Надюх, это Андрей Викторович. А, добрый день, Андрей Викторович. Людмила Андреевна, можно? Пока, к сожалению, не могу. Почему? Ее сейчас вообще не по-детски глючит. В смысле? Она сейчас сидит в ванной с двумя ёршиками и гребет ими. Чего? Того, говорит, я в лодке плыву по реке. Андрей Викторович, с ней все нормально? Нет, говорю же, глючит ее не по-детски. Жесть. Дед, Андрей Викторович, а вы не знаете, что с Игорьком? Он от вас какой-то странный приехал. Ну, скорее всего, знаю. И что с ним? Спроси у него, Надюх, он картошечку с грибами у нас кушал? Секундочку, Игорёк, ты у бабули с дедулей картошечку с грибами кушал? Гаси, слоны летать умеют. Всего, мамуль? Ты у бабули с дедулей картошечку с грибами кушал? Да, две тарелочки. Говорит, ел. Ну, значит, его тоже глючит. Почему? Грибы Надюх кочергуля покупала. Андрей Викторович, так она же в них вообще не разбирается. Вот именно. Блин. Так все, Надюх, давай прощаться, а то кочергуля к водопаду подплыла. Боюсь, добром это не закончится. Поняла вас, Андрей Викторович, до свидания. А, пока. Настюш, у нас проблемы. Какие, мам? Картошечку не с теми грибами бабуль с дедулей покушал. Бабуля их покупала, да? Если ты про грибы, то да. Хреново. Горёк. На, скушай аскорбиночку. О, спасибо, мамуль. Что-то невкусная какая-то. Это же не аскорбинка была? Блин. Удачного тебе заседания, братиш.